Добрый вечер. Юдит, привет. Окей. Добрый вечер. Я ждала сообщения, что на экран прямой эфир, я его не видела, но судя по тому, как ваше количество увеличивается с каждой секундой, я понимаю, что эфир вы все видите. Шалом всем, безумно рада опять нашей встрече. Да, слава Богу, у меня есть причина улыбаться, мы сейчас начали новый месяц, второй день Рош Ходеша, Кислев, это месяц чудес, месяц невероятных событий. Очень хочется, чтобы все мы увидели чудеса своими глазами. Ходеш Тов. Спасибо большое. Мы с вами начинаем. Обычно, несмотря на то, что уроки по недельным главам я даю из года в год, каждый год я стараюсь готовить какую-то новую тему для того, чтобы самой развиваться, и тем слушателям, которые слушают меня из года в год, тоже давать новую информацию. Но именно эта недельная глава, и именно эта тема настолько запомнилась мне с прошлого года, что мне бы очень хотелось поделиться ей с вами, потому что предполагаю, что сейчас большое количество новых людей слушает мои уроки. И зная, как эта тема затронула меня, мне очень кажется и очень хочется, чтобы она также повлияла на вас и, может быть, была таким вот указателем в каждодневной жизни, как правильно себя вести. Естественно, в этой недельной главе у нас есть очень много тем, которые бы я хотела с вами обсудить. К сожалению, не удалось. Шалом из Киева, очень скучаю по Киеву. Не смогла я выйти в прямой эфир с темой обмана. Можно ли обманывать и как правильно обманывать, несмотря на то, что это единственная заповедь в Торе, о которой сказано: остерегайся ее, отодвинься. Как только ты видишь обман, тут же ты должен взять расстояние, которое будет достаточно для того, чтобы этот обман не затронул тебя. Если вдруг эта тема еще не поднималась предыдущими лекторами, я очень буду рада дать вам ее на следующей неделе, хотя она будет уже не такая актуальная по недельной главе, но она будет очень актуальна для нашей жизни. Но, как я уже сказала, этот урок мы посвятим с вами другой теме, затронувшей меня очень сильно, я думаю, которая будет актуальна каждому из нас. Тема трудности воспитания наших детей, которые уже есть или которые, дай Бог, у вас будут. Одна женщина гуляет со своими замечательными детками, к ней подходит на площадке другая мама и говорит: «Скажи, пожалуйста, а сколько лет твоим детям?» Она смотрит, показывает на одного и говорит: «Доктору 4 года, а будущему архитектору уже 6». Конечно же, тема детей, она настолько для нас актуальна и животрепещущая, была тема хитрости. Окей, я тогда подумаю, стоит ли давать этот урок. Уверена, что тема, которая у нас будет сейчас, ее еще никто не поднимал, потому что для того, чтобы подготовить этот урок, было открыто около 8 сложных книг, в том числе и Каббала. Поэтому очень хочется, чтобы вы были со мной от начала до конца. Итак, тема детей, она очень актуальна для каждого из нас. Вы знаете, что есть такие мамочки, которые не могут оторваться, говорят только о своих детях, где бы вы с ними не вышли погулять. И когда у нас дети с Божьей помощью приносят нам удовольствие, и они замечательно учатся, и у них есть успехи во всем, что они делают, тогда нам этими детьми хочется хвалиться, хочется рассказывать о них, хочется говорить о них, хочется выставлять их фотографии в Facebook. Но как только у ребенка есть какой-то кишалон, какая-то трудность воспитания, какая-то трудность нашего восприятия поведения ребенка, мы тоже стараемся эти темы немножечко обходить.
мы пытаемся не говорить об этом ребенке, мы пытаемся сглаживать какие-то углы, мы пытаемся говорить только хорошие вещи, а о плохих вещах совершенно не упоминать, потому что критиковать своих детей нам никогда не нравится. Тема воспитания, она всегда будет актуальна, особенно когда мы находимся в обществе еврейских мамочек и папочек. И я думаю, что эта недельная глава, как никакая другая, подходит для того, чтобы мы с вами об этом поговорили. Потому что здесь мы видим совершенно нелогическую вещь. Мы видим, как наш праотец любит совершенно неудавшегося ребенка. Он его трепетно любит, уважает и прощает все, что он делает, и не перестает о нем говорить. Несмотря на то, что сказать об этом ребенке что-то хорошее не получается ни у кого. Ни у нас, ни у папы, ни у тех комментаторов, которые пытались это сделать. Как и почему? Что мы должны видеть в наших детях? Как их воспринимать и какими глазами на них смотреть? Мне бы очень хотелось с вами сегодня обсудить. Итак, у Ицхака есть два сына. Мы всем с вами знаем, что... Я думаю, что вы уже много до этого моего урока учили по этой недельной главе. Предполагаю, что многое у меня будет повторяться, но обещаю, что новые вещи вы обязательно для себя узнаете, поэтому немножко терпения, если вы у меня умнички, эту неделю учились, и все эти тонкости уже выучили. У него было два сына. Первый сын, Яков, это... Мальчик – мечта любой мамы. Это мальчик, о котором можно писать посты в Facebook, в Instagram постоянно. Это мальчик, которого вы можете оставить одного и быть уверенным, что он приготовит себе еду, что он поухаживает за младшим братом, что он сделает все домашние задания. Это мальчик, которому можно не ходить на родительские собрания, потому что вы знаете, с кем бы вы ни увидели, все этого мальчика будут хвалить. Мальчик, который не доставляет совершенно никаких забот, а только дает нахас. Спокойствие родительскому сердцу. И есть у нас второй мальчик. Как его звали? Эйсав. Это мальчик Хазва Шалома, о котором не мечтает и даже молится, чтобы у нее не было такого сына. Каждая мама. Это сын, который проходит все невидимые грехи. Это бандит. Это мальчик, который сидит на месте. Это мальчик, который постоянно ищет... экшен и находит его в самых грязных или нелицеприятных местах, особенно для еврейского мальчика из такой семьи. Но несмотря на это, у нас в Торе четкое разделение. Ривка обожает Якова, а Ицхак обожает Эйсава. И мы с вами знаем, что когда пришло время давать завещание, то Эйсав закрытыми глазами готов был все, что он получил от своего папы Авраама и от Всевышнего, передать с чистым сердцем этому гадкому, противному мальчугану, которого боялась вся округа. И опять мы с вами спрашиваем этот вопрос. Неужели он не видел, кто его сын? Неужели он закрывал глаза? Неужели его любовь была настолько слепа, что он готов был подставить весь еврейский народ на все поколения, но дать ему благословения, которые ему совершенно не полагались? Вообще, мы знаем, что Ицхак был слепой. И многие мудрецы склоняются к версии, что он в жизни не видел своих детей. Многие говорят, что он потерял зрение в 37 лет, когда ему предстояло пройти через испытание жертвоприношения. Но остальные говорят, что этому сопутствовала совершенно другая вещь. И если идти по второму мнению, то что? То значит, что он в 40 лет... В 40 лет он начал молиться с Ривкой, чтобы у него были дети. Написано, что они стояли в разных углах комнаты и молились, чтобы у них был ребенок. Загляну немножечко в один из уроков, которые я давала. Там написана интересная вещь, почему именно эта молитва была принята. Сказано, что они перестали молиться каждый о себе, а начали молиться друг о друге. Ривка перестала молиться: «Всевышний, пожалуйста, пошли мне ребенка». Ицхак перестал молиться такими же словами. Их молитва примерно звучала так. «Всевышний, — говорил Ицхак, —
пожалуйста, благослови мою жену ребенком. Я так хочу, чтобы у меня были наследники именно от этой праведной женщины. То же самое Ривка просила об Ицхаке. И именно тогда их молитва была услышана. В 40 лет он начал молиться, и в 60 лет, после 20 лет ожидания, его молитва, их молитва была услышана, и наконец-то она забеременела. Первые 3 месяца Ривочка была совершенно счастливой. Животик начинал округляться, она чувствовала легкий токсикоз, и она была уверена, что сейчас начнется новая эпоха, что сейчас она станет мамой невероятного ребенка, который будет продолжать еврейский род. Но когда беременность была уже на более поздних сроках, она понимала, что она больше терпеть не может. Ее живот, сказано прямым текстом Торы, разрывался внутри. Когда она проходила мимо места, где изучают Тору, одно вылазило наружу и очень сильно ее толкало. Когда она проходила мимо места, где были идолопоклонники, ребенок начинал толкаться в другую сторону и пытаться выйти. И ее живот изнутри разрывался. И она чувствовала невероятные боли, она не хотела это говорить не своему любимому мужу, его расстраивать, не папе любимого мужа Авраама, чтобы он тоже не расстраивался долгожданным внуком. Кому она пошла? Она пошла в Ешиву к Шему и Ноаху. Там она рассказала все, что с ней происходит, и Шем ей сделал, это называется, не знаю, духовный ультрасаунд, духовное УЗИ. Он ей сказал все о ее детях. Ни вес, ни пол, ни то, какого цвета у них будут волосы. А он рассказал все, что было и будет в истории. У нее внутри был весь мир. Были евреи. О, я вижу, как вы плачете. Это очень мило, но я очень хочу, чтобы эта история для нас закончилась смайликами, с улыбкой. 2 ребенка есть у тебя внутри. 2 народа ты вынашиваешь внутри себя. 2 противоположности. И эти противоположности будут постоянны на все поколения, на все времена. 1 цадик, и напротив его 1 грешник. Вся история планеты, все, что происходит с нами до наших дней, в наше сегодняшнее время, это все, что предсказали ей тогда. И оно сбывается с точностью, к сожалению. Он сказал все, что у него было, и дополнил 3 словами, которые Ривка запомнила, и которые в будущем повлияли на все ее действия, которые мы можем осуждать или нет. Но именно это невуа, это пророчество, помогло ей принять сложный на то время выбор. Он сказал «Верав яавод саир». Другими словами, но помни, какие бы дети у тебя ни родились, младший, тот, который вышел второй, он должен поработить старшего. Он будет сильнее, он будет мудрее, и он всегда будет на шаг впереди. Она это запомнила. И вы знаете, к чему это потом привело. Окей. Первое время, когда рождаются мальчики, они совершенно не отличаются. Кроме внешности, у них одинаковое поведение. Яков, он был красавчиком, умничкой, он ходил в хейдер, он ходил в ешиву с удовольствием. Эйсав, несмотря на свою отвлекающую и отвратительную волосатую внешность, он точно так же вместе с Яковом вставал утром, шел в ешиву, учился, возвращался вечером и рассказывали наперебой маме и папе, что же они выучили. Так продолжалось, говорят наши мудрецы, до 13 лет, пока не начали бить гормоны, пока они не отпраздновали бар-мицву, и тогда очень много изменилось в их жизни. У Якова ничего не изменилось. Он продолжал сидеть и учиться, и все время с утра до вечера посвящать изучению Торы. Но Исав, он понял, что ему надоело сидеть пассивно и что-то учить. Он всегда искал экшен, он всегда искал, чем заняться. Ему очень не хватало палитры красок, ему очень не хватало кайфа от жизни. И он выходил его искать на улицу. Как только учитель в ешиве, отмечал
кто из детей находится в хейдере, в ешиве, он тут же незаметно уходил и ходил в лес. Ему очень нравилось в лесу, потому что там собирались все бандиты, все отпетые мошенники. Ему очень нравилась охота, ему очень нравилось убивать животных. И написано, что в 15 лет, в день смерти Авраама, он нарушает 5 самых больших грехов. От убийства до прелюбодеяния. И он возвращается домой совершенно иным, другим, повзрослевшим, перешедшим черту человеком. Но самое интересное, что он все это скрывает. Эсав был плохим ребенком из хорошей семьи. Он не хотел расстраивать родителей. Он никому не говорил и не гордился тем, что он делал, хотя в своей среде бандитов он считался самым крутым. И вместо того, чтобы прийти и похвастаться родителям о своих успехах, несмотря на то, что они в хейдере, но они должны были бы за него порадоваться, он все скрывал. Он приходил домой и задавал папе глубокие алахические вопросы. Один из вопросов, который бы я хотела с вами разобрать, чтобы вы поняли, насколько это был особенный, умный, глубокий, но в то же время отвязный ребенок. Это один из знаменитых вопросов. Предполагаю, что, может быть, вы его уже обсуждали. Скажите, если да и нет. Но мне хотелось бы с вами затронуть Сиху Рэбе, где он сказал совершенно новую для меня вещь. Итак, приходит Эсав домой и говорит: «Папа, у меня такой вопрос мучает. Раввин, мой учитель, не смог мне на него ответить, и ты, мой любимый папа, обязательно сможешь». И он спрашивает: «Как отделяют десятину от соли?» «Эх месрим мелах». И все наши мудрецы говорят, что это очень умный вопрос, подтверждая глубокие знания Эсава. Но на самом деле этот вопрос показывает только о его дурости. Почему? Потому что любой мальчик, закончивший хейдер, он знает, что от соли не отделяют маасер. И когда он пришел и сказал: «Пап, скажи, как отделяют маасер от соли?» Другими словами, он сказал: «Пап, я знаю, что надо отделять». Но отделять не надо, ты сам себя подставляешь. Если ты хочешь показать папе, что ты такой умничка, и хочешь сделать заповедь, которая от тебя Всевышний не требует, как он должен был сказать? А если я хочу отделить от соли, то как я это сделаю? Папа, а можно ли отделить от соли? Такой бы вопрос был актуален и показал бы о его желании увеличить в заповеди, которые ему не даны. Но данная постановка вопроса показывает только его категорическое незнание основ Аллахи и Маасера. Чего ж тогда все наши мудрецы так удивляются этому вопросу и так им восхваляются? В своей сихе Рэбе дал невероятный ответ. Очень хочу с вами поделиться. В те времена, когда жили наши праотцы, Маасер не отделяли от зарплаты, а отделяли от всего. Таасер миколь. Отдели десятину от всего. Что такое от всего? Это значит, что приходил к тебе домой человек и оценивал все твое имущество. Он заглядывал в каждый шкафчик, он оценивал каждый диванчик. Он составлял общую стоимость дома и говорил, какую десятину ты должен отдавать каждый месяц из того, что у тебя уже в этом году имеется. И тогда Эсав задал вопрос: «Папа, когда в начале года приходит ко мне домой этот оценщик, как я должен отделить десятину от соли? Ведь если мы с вами идем на завод и покупаем по себестоимости, ее цена очень и очень низкая. Но с другой стороны, если вы идете в крутой ресторан и платите за порцию $200, какой-нибудь стейк и какие-то названия, которые я даже не знаю, но шеф-повар забегался и забыл положить вам в эту порцию ложечку соли, тогда эта порция не стоит и гроша. Но как только этот шеф-повар опомнился, подбежал к вам и посолил быстренько эту порцию, то ее цена опять возрастает. И тут у нас становится понятным вопрос Эсава. Скажи, папа, как отделяют маасер от соли? По себестоимости, как я ее покупаю на заводе,
или по своему вкладу в блюдо. Ведь чем дороже блюдо, тем дороже стоимость соли, которую добавляют. Папа услышал этот вопрос и сказал: «Вот это у меня сын! Вот это у него закаленный, заточенный ум! Такие вопросы обычный мальчик задать не может». И вот наступает день рождения Ицхака. Он родился в Лайла-Седер. Мы с вами, к сожалению, не успели затронуть, но когда пришли Малахим, ангелы, сказать Аврааму, что у них родится через год ребенок, это было в Песах. И отсюда мы знаем, что Ицхака день рождения в Песах. И обычно он накрывал огромные столы, он делал большой фарбренген с блюдами, с выпивкой. Но именно этот день рождения он попросил, чтобы ему... Как отделять 10? Окей. Он попросил, чтобы ему не устраивали сюрприз-вечеринку, и этот день рождения прошел очень скромно. Почему? Потому что у нас есть масорет, обычай, что когда человек входит в 5 лет возраста, когда его родители ушли в иной мир, он должен начать переживать. Потому что это возраст, когда он тоже может уйти из этого мира. В прошлой недельной главе Хаей Сара мы с вами, к сожалению, не затронули тоже этот маленький аспект, потому что я была уверена, что вы это слышали. Начинается наша глава, что прошлая глава, что Саре было 127 лет. 127. Помните объяснение, почему так написано? Не 127, а именно 127. Если нет, скажите мне в комментариях, я обязательно отвечу. Так вот, когда Ицхаку исполнилось 123 года, он вошел в эти 5 лет, когда его мама умерла, ушла в иной мир. И он сказал: «Я не хочу праздновать этот день рождения, проведу очень скромно. И первое, что я сделаю в знак своего внутреннего беспокойства, я напишу завещание». Позвал он своего сына Эйсава и сказал: «Дорогой мой мальчик, иди приготовь нам блюдо. 2 барана, по-моему, так переводится. Одного мы положим на седер Песах, а второго мы съедим. И за благословение, и за брахот, который мы скажем, я дам тебе благословение и заповедую тебе все, что тебе причитается». И Исав побежал. Услышала это Ривка. И она не растерялась. Конечно, с другой стороны, задается вопрос: они жили столько много лет вместе, почему такой вопрос она не могла постучать к своему мужу в комнату и сказать: «Любимый, у нас с тобой возникло непонимание. Вот я считаю, что Яаков должен получить благословение». Может быть, мы затронем этот вопрос. Она не идет на такой шаг. Она сразу начинает провокацию. Она говорит: «Послушай, Яаков, сейчас я приготовлю быстро блюдо, которое любит твой отец. Ты одеваешь одежды Исава и входишь к папе и получаешь быстро это благословение». Яаков так и сделал. Он одел одежды Исава, взял еду, которую приготовила мама, постучался и зашел в комнату. «Ты так быстро закончил?» – спрашивает его папа. «Да, Барух Ашем», — сказал он, — «Басията Дишмая, с Божьим благословением. Я быстро нашел животного, и оно так быстро у меня приготовилось на огне. С Божьей волей я могу тебе уже сейчас вручить это блюдо». Ицхак не очень доверял этому всему. Он захотел его потрогать, он увидел, что это именно эти одежды, и тогда он дал свое благословение. Как только Яаков вышел из комнаты и повесил обратно на вешалку эти одежды, вбегает Исав, одевает одежды, заходит, и папа говорит: «Нет, нет, нет, нет». Я обязательно отвечу на этот вопрос с Божьей помощью Блинедера в конце урока, чтобы сейчас не потерять с вами вот этот вот накал страстей. И... сейчас, секунду, вот уже я... Исав заходит, и тогда папа говорит: «Да, молодец, Влад, отлично слушал, садись пять». Спасибо. Вот, Влад ответил на этот вопрос. Спасибо.
Итак, и тогда папа ему говорит: «Эйсав, извини, твой брат взял благословение обманом». Именно этим словом он охарактеризовал поступок своего младшего сына. Мы с вами об этом поговорим с Божьей помощью, сейчас не отвлекаемся. Секунду. И тогда Эйсав обещает, это обещание он исполняет, к сожалению, до сих пор. «Я тебе отомщу, Яков, за то, что ты мне сделал. Я буду тебя преследовать, пока я тебя не убью». И то, что происходит сейчас. Сколько антисемитов, кроме арабов, которые вышли от Ишмаэля, у нас есть? И сколько людей во всем мире нас ненавидят и хотят уничтожить, хотя, может быть, они даже ни разу в жизни не видели настоящего еврея. Почему? Потому что это у них в крови передалось от Эйсава. Но я очень хочу спросить у вас еще раз один и тот же вопрос. Неужели Ицхак не знал? Неужели он не видел всего того, что видела мама? Неужели реально слепота физическая мешала ему увидеть, кто есть Эйсава? И мы видим, что нет. И мы видим, что папа знал, кто есть Эйсав. Как мы это видим? Какие у нас есть доказательства этому? Я выделила 3. Первое. Почему, когда Яков зашел к папе и сказал: «Барух Ашем, я нашел животное очень быстро», Ицхак не поверил. Потому что он сказал: «Барух Ашем, Эйсав, ты сказал, Барух Ашем, ты свои достижения отправил ко Всевышнему, а не сказал, что ты это сам сделал? Не, не подходит тебе. Я не верю. Ну да, я тебя потрогаю». То есть Ицхак реально знал, что Эйсав — это тот мальчик, который не верит во Всевышнего, который не благословляет Всевышнего и который только надеется на свои силы. Второе доказательство, что Ицхак знал о том, кто перед ним стоит и какому мальчику он готов дать благословение, это то, что он ему говорит: «Пожалуйста, Эйсава, иди на наше поле и принеси мне оттуда баранов». Другими словами он говорит: «Эйсав, не как всегда, я тебя умоляю, ты можешь обманывать, ты можешь красть овец и животных из других пастбищ. Сейчас, когда ты готовишь еду для меня и вносишь ее в наш дом, не кради, я тебя умоляю, иди в наше поле, именно оттуда приведи мне животное». Другими словами, Эйсав — это тот мальчик, которому надо говорить элементарные вещи. Не кради, малыш, не кради. Обычно ты это делаешь, сейчас держи себя и принеси мне что-то некраденное. И третье. Многие мудрецы говорят, что Ицхак потерял зрение не во время акеда, а из-за того, что жены Эйсава приносили жертвенник своим идолам. И Ицхак не смог этого выдержать, что в его доме есть запах жертвенника для идолов, и он ослеп от этого. Он знает, что этот человек не говорит «Барух Ашем». Он знает, что этот человек ворует и обманывает. И он знает, какие жены есть у этого человека. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. В данной ситуации покажи мне своих жен». А их было много, и они все были отвратительные. После этого всего мы можем как-то оправдывать Ицхака и говорить, что, может, он не видел, и что, может, вот эти вот умные вопросы могли его затмить, его разум. Он все видел и все знал, и несмотря на это, он продолжал любить больше этого странного мальчика. Мне бы очень хотелось привести вам историю из Талмуда, которая нам рассказывает, что Яков, прошло очень много лет, мы знаем, что Яков очутился в Египте, 17 лет он жил в Египте, потом он умирает, и его дети решают взять тело Якова и перенести на захоронение куда? Правильно, в пещеру Махпила, о которой мы с вами уже говорили несколько раз. И вот берут дети тело нашего Якова, несут в Израиль, а там уже их ждет Эйсав с большой армией головорезов. И он говорит: «Я знал, что вы сюда придете, но фигушки, это место
Но не быть этому, извините. Это место принадлежит мне. Здесь было два места. Одно мне, одно Якову. Яков на своем месте похоронил Лею. Второе место принадлежит мне. Вы не имеете права на мое место ложить моего брата. Я буду его защищать и доказывать. Дети останавливаются и говорят: Эсав, нас папа готовил к этому разговору. И поэтому у нас есть бумага, доказывающая, что когда ты продал свое первородство, наш папа еще потребовал от тебя, чтобы вместе с первородством ты продал ему и свою часть захоронения в этой пещере. «Ха! А докажите, — говорит он. Но у нас бумаги остались в Египте, у Йосефа в Кацефет, в общем, остались там. Он говорит, пока вы не предъявите, я ничем не могу вам помочь. И тогда они посылают Нафтали, быстрого сына, чтобы он принес эти бумаги. И пока он несет, стоят две армии. Наши праотцы, 12 колен, Эсав со своими головорезами. И тут встает сын. Извините, я забыла, кто это был. Дан. Встает Дан. Берет палку и сносит голову Исава. Почему? Потому что он не мог позволить случиться такому неблагородному отношению к своему папе, что его тело лежит на земле под солнцем, и его не могут с достоинством захоронить из-за этого проклятого Исава. Он сносит ему голову. И написано, что его тело остается лежать там, где лежало, а голова катится в пещеру, и она ходит в свое последнее пристанище возле могилы Ицхака, своего папы. И когда мы с вами идем в пещеру Махпела и говорим, что там похоронено 8 человек, на самом деле там похоронено 8 человек, и голова Исава, которая обрела вечный покой вместе со своим любимым папой. А тело, говорят наши мудрецы, похоронено за забором. Нам с вами на первый взгляд кажется, что Исав был совершенно отвратительной личностью, которой мы не можем дать никакого оправдания. Может, забрать он этот цвет, и мальчику искренне попытался. Окей, спасибо, Елена, за ваши мысли. Шалом всем, кто присоединился к вам. Надеюсь, вы уловите нашу мысль дальше. Эсав был несчастным мальчиком. У него было явное раздвоение личности. Он был шизофреником. С одной стороны, это был мальчик из святой семьи, и вся его внутренность, вся его душа, она стремилась всем своим существом к святости. Он так поглощал эту Тору, что до 10 утра, пока отмечают детей, он столько в себя вхватывал, он стольким себя заполнял, что этого ему хватало для того, чтобы выделяться на фоне тех мальчиков, которые учат Тору день и ночь. Но с другой стороны, у него было тело, которое искало развлечений, которое хотело наслаждаться этим миром. И, к сожалению, это тело оказалось сильнее его святой души. Как мы знаем, что на самом деле в нем были искры святости, что в нем был очень большой, святой, крутой потенциал? У меня есть два доказательства. Первое доказательство – это одежда. Когда мы с вами рассказываем про одежды, чаще всего мы представляем, по крайней мере, так в садике воспитатели говорят своим деткам, что это волосатые одежды. Из-за того, что Исав родился волосатым, то на Якова одели такую шубу, Ицхак погладил и сказал: мой волосатый мальчик. На самом деле нет. Неужели вы думаете, что волосы человека и шуба могли как-то быть вместе? На самом деле это были особенные одежды. Говорят наши мудрецы, что на все поколения не было ни одного человека, кто бы уважал своего отца больше Исава. Вы слышите? Ни одного человека, ни до, ни после, который бы уважал своего папы больше, чем этот мальчик. Почему?
Потому что эти одежды были пророческие, святые и божественные. Это те одежды, которые дал Всевышний Адаму и Хаве после того, как они согрешили. И именно эти одежды они взяли в обычный мир. И эти одежды передавались из поколения в поколение. Вот потом пошли к Ноху, потом пошли к Шему. А Шем отдал эти одежды Нимроду. Мы с вами сказали, что в день смерти своего дедушки Авраама он Эйсав сделал 5 грехов. Один из них — убийство. Так вот, это было убийство Немрода. Он отправился в лес, и он сказал: «Я хочу быть лучшим во всем. В данной ситуации я хочу быть лучшим охотником. Скажите мне, кто лучше, я пойду у него учиться». И тогда ему люди сказали: «Лучший Немрод, но учиться от него не надо. Ничего не стоит то, что делает Немрод без этих одежд». Потому что эти одежды склоняли всех животных перед ним. Именно таким образом все подчинялись Ганедене Адаму. И он сказал: «Тогда я завоюю эти одежды». Он взял лук, взял стрелы, подкараулил Немрода. Одним махом выстрелил ему в голову, забрал эти одежды, одел на себя. И он понял, что это одежды святые, которые сделали его на 200 уровней выше. И он подумал: куда мне носить эти одежды? Каждый день, чтобы все видели мою святость, может быть, на шабаты и праздники. Эти одежды будут специально для того, чтобы я заходил уважить своего отца. Адама и Ришона были одежды, все правильно. Вы представляете, какой был уровень? Этот мальчик каждый вечер, не пропуская дня, до самой смерти своего папы, ужинал вместе с отцом, надевая при этом перед входом в дом специальные, самые святые, лучшие одежды, которые у него были. Он не пропустил ни одного дня. Спросить у папы, как дела, похвастаться своей учебой и сделать ему настоящий нахас и спокойное сердце, что этот мальчик учится. И несмотря на то, что его тело бастует и хочет выхода в свет, внутри он остается этим чистым мальчиком, который не мог быть другим, родившимся в такой семье. Шалом, Украина! Шалом! Шалом, Сочи! Очень приятно, что вы к нам присоединились. Итак, второе доказательство, что Эсав был на самом деле ничего себе таким малым, очень глубоко внутри, это семя, которое он дал, это зерно, которое он посадил. От Эсава вышли невероятные праведники, такие, которых мир раньше не знал. Первый праведник, который вышел от Эсава, это был Раби Акива. Написано про Раби Акива, что когда Моше Рабейну сказали, что он, Всевышний сказал, что Моше Рабейну получит Тору, Моше сказал: «Нет, Всевышний, я недостоин, я вижу, что будет Раби Акива, который будет достойнее меня получить эту Тору». И тогда Всевышний сказал: «Шток, замолчи, я решил, что ты получишь». То есть Всевышний не сказал: «Да, Моше, не надо, не льсти себе, Акива недостоин». Он вообще не сказал. Другими словами, он подтвердил: «Да, Моше, Акива тебя достойнее, но я решил, что ты принесешь Тору еврейскому народу». Раби Акива вышел у нас от Эйсава. Раби Мейр, вы учили тоже с Пентусевичем Шма и Автальон, который упоминается в Пирке, вот они тоже родились от Эйсава. Ункилус Агера, который получил свой, как это, весь перевод, вся книга, которая написана Ункилусом, он получил Беруаха Кодыш напрямую от Всевышнего. И все эти люди, это были потомки Эйсава. От плохих людей не рождаются такие потомки. Мы до сих пор с вами не знаем ни одного достойного, качественного человека, которые родились от Ишмаэля. Конечно, мы с вами можем сказать, что у Ишмаэля не было мамы, как Ривка. У него была мама Агарь, которая непонятно, что внушала своему сыну с детства. У Эйсава были 2 святых родителя. И это не могло на него не повлиять. Почему же Ривка не видела этого? Почему только Эсав видел эту внутренность? Этот вопрос задает Раби и сразу дает ответ.
извините, Ицхак. Ицхак по своей природе, он был золотоискателем. Он должен был чувствовать, где в земле находится нефть, газ, золото, бриллианты. Все это было у него внутри. И поэтому, когда такой человек смотрит на землю, он не смотрит на цветы, которые на ней растут, или на сухость этой земли, неплодородную почву. Он смотрит, что есть внутри. И когда другие люди подходят и говорят, фу, здесь воняет, какая отвратительная земля, он понимает, это не земля воняет. Это газ, который находится внутри, выходит наружу, и надо копнуть и достать это полезное ископаемое. Он умел видеть бриллианты внутри. И именно так вот он относился к Исаву. Он не видел эту обертку. Он не верил, что Исав на самом деле такой. Он видел внутренность и сущность этого ребенка. И какой бы ни был у нас Леавдиль от Исава, непослушный ребенок, невоспитанный ребенок. И я не говорю про нашего, потому что в наших детях мы всегда видим вот это вот качественное зерно, на котором мы акцентируем внимание и хотим его взрастить. Например, если мы находимся в сфере образовательной, когда перед нами сидят ученики, когда у нас есть класс, когда мы видим детей, когда мы находимся в обществе других людей, мы должны понимать, что у нас есть от Ицхака вот это качество. Не смотреть на внешность, а видеть внутреннее составляющее. И будьте уверены, в каждом еврее есть внутренность, которой можно гордиться и из которой можно взрастить невероятное дерево. Извините. Как найти в себе силы видеть в детях вот это вот зерно? Как найти себе в силы абстрагироваться от плохого поведения, от плохих оценок, от постоянных ссор и драк, от постоянных проблем и напряжения вокруг, которое давит и давит и давит, и говорит нам, что твой ребенок непослушный, твой ребенок неусидчивый, твой ребенок не умеет слушать, твой ребенок не усваивает материал, твой ребенок постоянно бьет моего ребенка. Как понять, что мы делаем все правильно, и в нашем ребенке на самом деле есть что взращивать? Хотела бы очень привести в пример историю, когда к Раве пришла женщина, учительница первого класса. В Израиле, например, так, я не помню, как это было раньше в школах. В Израиле у каждой учительницы есть свой класс, подходящий ей возраст, который она умеет воспитывать. Невозможно, чтобы одна женщина, один учитель мог осюсюкаться с первым классом и строго давать материалы, требовать подготовки к экзамену 11 класса. Эта учительница брала на себя только первый класс. Она пришла к Рэбе и сказала, Рэбе, где взять силы? Родись мужчина, и я тебя не слушаю. Окей. Где взять силы? Работать и давать, без того, что ты видишь результат. Я обучаю детей буквам, но я не вижу, как они читают. Они уходят от меня и дальше радуют своим чтением и своими успехами следующие классы. Как мне с года в год обучать детей буквам и не видеть вообще никаких успехов в этом году? Всеми моими плодами наслаждаются другие учителя. И тогда Раби сказал, запомни одно правило, написанное нашими мудрецами. Зерно, посаженное в землю, обязательно прорастет. Не сказано когда. Мы можем через неделю увидеть результат, мы можем через год увидеть результат. Но мы можем этот результат не увидеть, но он обязательно подействует в следующем поколении. Не может быть, чтобы наше хорошее обращение с ребенком, закрывание глаза на его плохие черты характера и только взращивание хороших качеств не повлияли на него, не сделали из него хорошего человека и не сделали бы из него хорошего и маму, и папу для своих детей. И он привел, Раби привел примеры. Он сказал, что был у него человек недавно на аудиенции, который рассказал, что в детстве он был в летнем еврейском лагере. И там всегда говорили про то, что еврейский народ избранный, про то, что мы такие особенные, какие заповеди у нас есть, и как наши
Праотцы умирали за свою веру и свое еврейство. Мне это было чуждо, я совершенно не проникся этим всем. Я продолжала расти несоблюдающим духовным мальчиком. И в конце, после университета, я нашел девочку, не еврейку, и мы с ней начали планировать свадьбу. И вот в один день она пришла и сказала: мои родители настаивают на том, чтобы мы сделали свадьбу по нашим обычаям в церкви. Этот мужчина рассказывает, что он, сам того не ожидая, вспомнил слова, сказанные 20 лет назад каким-то вожатым, чье имя он уже не помнит. Мы избранный народ, наши предки умирали за нашу веру. И он тут же сказал: нет, я не могу. Это не мое, я не могу предать дедушек и бабушек, которых я даже не знал, но я знаю, что они умерли за свою веру, и я не могу сейчас стать последним звеном, на котором это все оборвется. Он отменил свадьбу, нашел еврейскую девочку и вместе с ней приехал к рабе получать благословение. И последнее, что бы я вам хотела сказать. Ицхак – это единственный праотец в нашей Торе, который назван Авину, который назван отцом. Почему? Потому что именно этот прототип отца мы должны взять на себя, потому что это пример правильного родителя, который не называет своего ребенка: ты грязный, ты глупый, ты обижаешь, ты делаешь плохо. А что такой родитель говорит? Твоя одежда запачкана, твое поведение сейчас не соответствует тому, кто ты есть на самом деле. Ты не выучил сейчас этот урок, но давай я тебе помогу, и я знаю, что ты сможешь на следующем мивхане получить хорошую оценку. Ты мой самый любимый, самый замечательный мальчик, и я вижу в тебе только хорошее. И если мы будем это видеть, то поверьте мне, наш ребенок тоже захочет увидеть это внутри и будет показывать это и нам, и всему еврейскому народу. Спасибо большое за внимание, очень надеюсь, что вас этот урок затронул так же, как и меня, потому что у меня есть Леавдиля Тейсова, мой единственный пока сын, который очень активный мальчик, и который всегда вызывает во мне бурю эмоций, но я всегда вспоминаю этот урок с прошлого года, когда я его впервые дала. Я всегда выбираю из моего мальчика только самое лучшее, и именно это сажу в землю и пытаюсь уже сейчас видеть плоды. Любочка, привет! Базальтов, Базальтов! С девочкой золотой! Спасибо большое! Очень приятно, что вы были с нами, со мной. Замечательного вам месяца, чудесного месяца, чтобы мы видели уже в наше время плоды от того, что мы делаем. Всем пока!